Итак, всем привет! Сегодня поговорим о замечательном плагине от компании OX Sound. Sooth, вторая версия. Наконец-то руки дошли до этого замечательного прибора. Как же он облегчает жизнь? Давайте разбираться, что же это такое и зачем. Как это выглядит? Выглядит это вот так примерно. Что это все значит? Короче говоря, прибор призван исправлять огрехи звукозаписи и огрехи исполнительского мастерства вокалистов. Давайте начнем с гитар, как ни странно. Потому что гитары, особенно электрические, звучат, как правило, в исходниках так себе, не очень, в связи с тем, что пишется все не понять как, микрофоном. Есть свои резонансы, есть свои проблемы, которые нужно исправить. Давайте послушаем, да, как звучат гитары, вообще микс. Сейчас давайте на канале гитар отключу этот плагин замечательный, который все это время работал. И послушайте на резонансы, обратите внимание на резонансы в области вот этой 2, 3, 4 кГц, где-то вот тут. Сейчас еще раз с плагином. На первый взгляд, без плагина, кажется, гитары звучат злее. Но это буквально первые 10-15 секунд, а потом начинает ухо напрягаться, и что-то не то. Что за фигня там такая? Так вот, фигня эта образуется в результате резонанса, с которым бороться можно только в постпродакшене, потому что залезть в усилитель и вырезать там эту частоту, вырезать ее там в микрофоне при записи, короче, это все невозможно сделать, потому что на момент записи сформировать идеальное звучание не всегда получается. И мы имеем то, что имеем. Поэтому давайте слушать и смотреть, как это можно исправить. Значит, записано было с кабинета вот этим вот микрофоном замечательным, Sennheiser. Звучало вот так. Да, потом DI-ник, записанный через спикер-симулятор, звучит вот так. В сочетании звучит вот так. Слышите, да, вот этот резонанс мерзотный? Сейчас мы его будем уничтожать при помощи замечательного плагина Sooth, вторая версия. Значит, погнали. Что здесь есть такого интересного? Это не эквалайзер. Это огибающая той частоты, над которой следует поработать. Чем выше вы поднимаете точку, тем больше эта частота, эта область спектра находится в фокусе интеллектуального плагина. Ну, скорее всего, это просто непросто. Band Selective EQ, динамический, понятно, да? То есть мы можем это двигать, как на обычном параметрическом эквалайзере. Дальше уровень обработки сигнала, то есть от минус 18 вообще ничего не работает. В эту сторону максимально идет обработка сигнала. Срабатывание мягкое, либо срабатывание жесткое. Можно поиграться с этими штуками. Рекомендую сразу поставить галочку в настройках, Auto Band Listen. То есть
при выборе частоты мы сразу слышим разницу. Это так называемая дельта, разница между обработанным сигналом и тем, что было. Так, низ в данном случае мы не трогаем, соответственно, вот эту вот этот регулятор мы помещаем в самый низ. Вниз помещаем вниз. Слышите? Если мы ничего не слышим, кроме выбранной верхней частоты, значит, здесь ничего не происходит. И это нам и надо. Низ нас вполне устраивает. Какой-никакой. Вот. А с верхом надо поиграться. Видите? Две проблемы. Раз и два. А вот эти вот два регулятора отвечают. Первый. Насколько точно и избирательно детектор подходит к выбору обрабатываемой частоты, а этот регулятор отвечает за то, насколько узкая полоса срезания. Смотрите. То есть в положении sharpness 0 мы получаем обычный динамический эквалайзер. Многополосный, разумеется. То есть, чем выше значение, тем больше количество полос. Но не рекомендуется их выставлять очень много, потому что возникают артефакты. Сами знаете, на горбах повороты фазы, резонансы. Зачем это нам надо? То есть, на мой слух, сколько я работаю с этим прибором, средние значения, они всегда более-менее то, что надо. То есть, около пятерочки. Так. Значит, баланс между левым и правым каналом, линк между каналами, насколько это все синхронно работает, как в компрессоре, вы знаете. Настройки эквалайзера, ну, то есть не эквалайзера, а огибающие каждой точки, они все подсвечены разными цветами. Можно включать, выключать, либо двойным щелчком. Очень удобно. Интуитивный интерфейс. Можете смешивать обработанный и необработанный сигнал. Не знаю, зачем это нужно. Наверное, кому-то это нужно. Ладно. Настройка качества в реал-тайме и в офлайне. Если вы рендерите через outboard gear, так называемый, то, конечно же, потребуется вам выставлять здесь по максимуму все. Но на слух оверсэмпл в два раза гораздо... То есть этого вполне достаточно. Так, ну все, хорош болтать. Давайте крутить и слушать, как это все спасает нам жизнь. Вуаля! Гитары зазвучали как надо. То есть, смотрите, если вы считаете, что не хватает верха, задирать его сразу же без устранения проблем не стоит. Потому что вы вместе с верхом, который полезный, задираете еще и вот эту вот мерзость, которая так себе звучит. Вот. В данном случае используется бесплатный плагин от Стивена Слейта, Fresh Air, вообще огонь. Смотрите, что получается. Можно, конечно, поднять эквалайзером, но мне больше нравится, как работают психоакустические процессоры. Они там что-то генерят гармоники, там привносят искажения. В общем, главное, при записи, при обработке ламповых гитар настоящих, нужно аккуратнее с этими всеми цифровыми делами, потому что все превращается в Zoom 505. Ну, или в какой-то цифровой Axe FX. Вот, по звуку. Поэтому, может быть, какие-то проблемы, можно на них закрывать глаза, точнее, уши. Вот. Ради того, чтобы сохранить аутентичность звучания. Так, давайте еще раз вместе с вот этой штучкой и без нее. Маленький отрывок.
вообще просто замечательно. Разница неба и земля, как говорится. Так, еще тут были тарелочки. Тарелочки. Вот они. Та же самая история. В области 4 кГц, ну, 4-5, где-то там происходят всякие ужасы. Слышите вот это вот? Гадость. Вообще нет вопросов никаких. Смотрите. Давайте сделаем так. Отключаем на оверхедах и на гитарах плагин. Теперь включаем. That's perfect. The perfect mix, you know? Окей, что у нас с голосами? Значит, комната у нас не самая лучшая для записи вокала. Как обычно, не доходят руки заглушить углы и избавиться от мерзкого резонанса в области 200 Гц. И это обязательно сделаю. Что у нас с куплетом? Я вырвал сердце из груди, и свет, сиявший впереди, погас, и я иду во тьме. Покорно порочный круг из мыслей вслух, и голос твой, и нежность рук забыты. Послушаем в соло про 200 Гц. Обратите внимание. Я вырвал сердце из груди, и свет, сиявший впереди, погас, и я иду во тьме. Покорно порочный круг из мыслей вслух. Я вырвал сердце из груди, и свет, сиявший впереди, погас, и я иду во тьме. Я думаю, все-таки низ нужно чуть-чуть подрезать. Вот этот именно. Я вырвал сердце из груди, и свет, сиявший впереди, погас, и я иду во тьме. Круг из мыслей вслух, и голос твой, и нежность рук забыты будут, но еще. Можно, кстати, дельту послушать, нажать вот на кнопочку вот сюда. Это сразу будут обе частоты выбраны. Я вырвал сердце из груди, и свет, сиявший. Я вырвал сердце из груди, и свет, сиявший впереди, погас, и я иду во тьме. Покорно. Давайте сделаем так, чтобы вот эта вот не работала штучка. Я вырвал сердце из груди, и свет, сиявший впереди. Я вырвал сердце из груди, и свет, сиявший впереди. То есть, получается, от 6 кГц и выше верх остается нетронутым. Этого нам и надо. Я вырвал сердце из груди, и свет, сиявший впереди. Я вырвал сердце из груди. Сейчас сделаем левел матчинг, потому что обвиняют меня. Левел у вас не матченный. Я вырвал сердце из груди.
Я вырвал сердце и... Ой, сколько там? Я вырвал сердце и... Я вырвал сердце из груди, и свет, сиявший впереди, погас, и я иду во тьме покорно. Порочный круг из мыслей вслух, и голос твой, и нежность рук забыты будут, но еще не скоро. А теперь давайте возьмем наши гитары, голос, оверхеды, отключим волшебный прибор и послушаем. Я вырвал сердце из груди, и свет, сиявший впереди, погас, и я иду во тьме покорно. Порочный круг из мыслей вслух, и мне начинает кровь идти из ушей. Я вырвал сердце из груди, и свет, сиявший впереди, погас, и я иду во тьме покорно. Порочный круг из мыслей вслух, и голос твой, и нежность рук. А потом в самом конце, когда ты уже такой все свел, потом начинаешь слушать, что такое, верха нет? Компрессии не хватает. И тут на помощь приходит железный прибор Empirical Labs Fatso. Запускается он одной кнопкой. Чипоньк, и все. Порочный круг из мыслей вслух, и голос твой, и нежность рук забыты будут, но еще не скоро. Практически один и тот же пик, может быть, чуть-чуть отличается, но незначительно, не стоит делать квадратные глаза. Ладно, с этим проектом все. Есть у нас проблемные еще дела в живых оверхедах, не в нарисованных, в сэмплерной библиотеке. Есть такая вот замечательная композиция. Поняли, что если я сейчас отключу этот плагин, там просто будет мрак. Обратите внимание на железяки. Обратите внимание на хэд, как он стал звучать, как из сэмплерной библиотеки. Шучу, конечно. Куда там нам? Так, румовый микрофон.
резонанс. Гораздо ровнее звучит инструментал. Так вот, по этим кусочкам мы набираем качество, и в итоге в миксе у вас звучит то, что надо. Почему так вот рум записан? Потому что он монофонический. Ладно, пофигу. Так, давайте посмотрим, как это звучит в миксе. Что у нас? Рум и оверхеды. Обратите на акценты. Они никуда не пропали. Они там, где надо им находиться. Но они стали звучать по-фирменному. Без вот этих вот, вот таких вот иголок. Я представляю в живой работе, если это использовать. На концерте, где вот это вот все вот такое вот. Переотражение, перемодуляция, Еще раз. Фантастиш. Das ist фантастиш. Так, и еще один момент. Если у вас записано миллион голосов, точнее миллион, глобальный проект, куча детей, куча взрослых и 50 тысяч дорожек, что с этим совсем делать? Хор. Давайте послушаем. Верю свой рассказ, все, что было в прошлом, а сейчас нас миллионы, миллионы. Миллионы лиц, миллионы глаз, миллионы слов, миллионы фраз, нас миллионы, миллионы. Миллионы, детство это мы. Еще раз. Лиц, миллионы глаз, миллионы слов, миллионы фраз, нас миллионы. Заметьте, что плагин этот Sooth 2, он не делает из певцов шепелявых. Все звучит естественно, нормально. Так, ну я думаю, что достаточно для этого видео. Сейчас еще включу, как это работает на мастер-секции. Вместе с любимым Фацо. Сейчас посмотрим, как он там. Миллионы слов, миллионы фраз, нас миллионы, миллионы, продолжает время свой рассказ.
Все, что было в прошлом, а сейчас. Погнали, слушаем. Мастер секшн. По секрету скажу, я счастливый обладатель вот этого вот плагина. Где ты тут? Intensity от Synaptic. Вот. Неплохой, неплохой. Но эта штука рвет вообще всех вместе с Галфосом, который у меня тоже был. Вот. Я думаю, что устрою баталию такую между Synaptic Intensity, его вот эта вот интеллектуальная штука с частотками, вот этот вот SUF замечательный. Ну, с FATSA, наверное, не буду сравнивать, потому что это все-таки мир аналога, и Empirical Labs лучше сюда не впутывать. Ну, а так, в принципе, все. Спасибо за просмотр. Всем пока.